Зучик должен быть на этом холме. Здесь пахнет кровью. Ждет тебя! Покажи мне.
Данов не видать. И чего Фулки беспокоится? Эй! Сволочь! Лазутчик Фулки. Там, где и говорил Басим. Приказы Фулки. Покажу их Басиму, как только расправлюсь с лазутчиками. Накину-ка я капюшон.
from Minam Partner! Max! We're shooting at Bersnes! No! Что ты видишь, Сюнин? Боже, успокойся! Получай!
Стань моими глазами, Сюнин. Там, лазурь. Всем рассыпную! Сдохни! Ты... Ничего не расскажешь, Фулке. Смотри, Сюнин. Пора тебе сдохнуть!
Лети же, Сёнин. Интересно. Рядом. Кто-то нашел лазутчика первым? Тебя разорвал на части дикий зверь. Я видел такое. Голодавшие волки крайне жестоки. Я отомстил за тебя, друг мой. Все, лазутчики мертвы. Басим и Гутрум ждут в лесах к востоку от Порчестера.
Расправь крылья, Сюнин. Это Вальгалле, но ты нет. Почему? Я столь... Лазутчики мертвы, вы разбили лагерь. Видите, у нас все получилось. Посмотрим. Каждый, кто вас видел, теперь умолк навеки. Уверенности тебе хватает. Уж это точно. Таков мой подход, Гутрум. Он тебе не по нраву, но меня не подводит. Если ты рискуешь сотнями жизней ради одной, то да. Не по нраву. У одного из лазутчиков было вот это. Фулке знает, что Кроинден пал. Собирает людей и припасы. Готовится к осаде. Если она укрепится в Порчестере, на спасение Сигурда уйдут месяцы. Все еще считаешь, что я слишком тороплюсь, Гутрум? Сакс Запада! Да, из-за твоей опрометчивости мы в дерьме. Фулки предупредили. Лазутчиков все-таки было больше. Что сделано, то сделано. Прибереги силы для битвы. Замедлим, сволочь! Тебе конец! Обойдем врага! Эйвор, это все из-за тебя! Они умрут либо здесь, либо в Порчестере! Так или иначе, им конец! Да, во имя Одина! Во имя славы! А задача мы тебя Они отходят! Тесни их!
Отступаем! Назад в Порчестер! Бегут, как зайцы! Догоним их, как псы! Голова, уродца, моя! Нет, я прорвусь к нему первым! Не надо! Мы уже победили! Нет! Ну, давай! Пришла твоя смерть, Сакс! Твой друг уже ждет тебя! Ты бьешься за этот дряблый мешок костей? Сигурда Хилова? Если Сигурд погибнет, я найду твой труп и помочусь на него! Принесли сюда своих ложных богов, как чуму. Но даже не знаете, кто вершит наши судьбы. Сегодня твою судьбу вершу я, Сакс. Я готов отправиться в последний путь. Узнать, что там впереди. Ну уж нет. Ты расскажешь Фулке об этом дне. И о том, что Эйвор придет и вырвет ей сердце. Я скажу Фулке, что ее враг слаб, и ему не хватает мужества закончить начатое. Ты пожалеешь об этом. Он мертв, не дышит. Боги, я никогда не видел... Ты ранен, бродер. Я отнесу твоего брата в лагерь. Ты безрассуден. Говорил же, риск слишком велик. Тише, Гутрум. Обрушь свой гнев на Фулке, не на Эйвора. Это еще даже не тень гнева. Сколько моих людей уже полегло из-за его жажды славы? Несмотря на потери, мы одержали победу. Споры не вернут мертвых к жизни. Если клан Ворона так побеждает... Хотелось бы увидеть, как вы проигрываете. Что случилось? Уба, Сума, вы пришли в тяжелый час. И к битве тоже не успели. Тем досаднее. Я хотел вместе с ним взять Порчестер, но Фулки прознала об этом. Больше желания нет. Пойду на запад. Иди, но знай, что оставил меня в час нужды. Умерь свою гордость, Годи вороньих жертв. И слушай тех, кто мудрее тебя. Эйвор. Если тебе есть что сказать, Гутрум, я слушаю. Если хочешь вернуть своего ярла, будь хладнокровен. Зачастую храбрость – твой враг, а не друг. Мы не бросаемся навстречу смерти. Мы застаем врага врасплох и бьем наверняка. Собери людей, выжди момент. Только тогда... Ты победишь. Не все потеряно.
Да пребудет с тобой мудрость Одина, мощь Тора и ум Фрейи. Спаси своего брата. Гутрум говорил в гневе, но в его словах есть мудрость. Я внял ему. Гордость не мешает мне признавать ошибки. Значит, в тебе тоже есть мудрость. Мы не пойдем на приступ, пока не дождемся всех. А пока займемся делами. Нам нужен новый лагерь. Саксы считают, что мы ушли. А мы подберемся поближе. Вот здесь. Застанем их врасплох. Эрке, Стоу, поезжайте вперед. Вместе мы сокрушим врага. Нерадостно идти против своего народа. Но долг есть долг. Мы отправимся немедля. Люди Уэссекса, люди Альфреда, не твой народ. Они нам чужие. Затем нужно уничтожить все припасы Фулки в Суссексе. Да. Если она закрепится в Порчестере, нам не удастся спасти Сигурда. По ее приказах упоминаются Бригворд, Гилдефорд и Кроли. В Кроли делают оружие, в Гилдефорте еду. Бригворд — крепость. Там много саксов-воинов. Оба, твой топор мне пригодится в Гилдефорте. Сома, ты и твои люди нужны мне в Кроли. Хорошо. Я отправлюсь в Бригворд и оценю обстановку. Давай. Я приеду, когда захвачу лагерь саксов. Сердце льва и хитрость ворона. Гутрум был несправедлив к тебе. У нас полно забот. За дело. Сома и Уба, мне очень жаль. Не вышло устроить вам прием получше после долгого пути. Меня печалит лишь то, что мы не пришли раньше. Нам нужно время, чтобы собрать людей. Но мы выступим сразу, как сможем.